В этом видео я хочу рассказать, как правильно разряжать полуавтомат. Как делает большинство. 5 патронов, каждый раз передергивая затвор, загоняя последующий патрон в патронник. Все это падает на землю, в лодку, в воду, в грязь. И, во-первых, во-вторых, это небезопасно. Как делать правильно? Как делаю это я? Достаем патрон из патронника. И затем отгибаем лоток подавателя. И здесь находится такой маленький упорчик, который держит патроны в трубке магазина. Отжимаем его и спокойно достаем все оставшиеся патроны. Все, разрядили, ничего у нас не падает. Не насилуемый механизм, затвор. И делаем дальше холостой спуск.